Первую партию я играю белыми. Е2, Е4. С6. Михаил, я заметил, играет не очень разнообразно. Вот защита крака, он это один из наиболее часто встречающихся дебютов. Также он играет скандинавскую защиту. И, безусловно, я тут немножко подготовился и решил удивить его ходом Е4. Немножко доска криво, да? Сейчас я поправлю. Сейчас я поправлю доску, чтобы было хорошо видно. Вот так вот, по-моему, лучше. Так, слон G7. Ну что ж, пешку D5 я забираю. И давайте просто развитие пока. Белые выиграли пешку в центре, но пешки пока сдвоенные. И, безусловно, черные пытаются эти пешки отыграть. Я же играю слон G5 с тем, чтобы на следующем ходу побить коня на F6. И все-таки держаться зубами за центральную пешку на D5. Зубами буду держаться за эту пешку. Так просто я ее не отдам. Так, Михаил побил слоном. Ну и давайте сделаем ход слон E2. Пока что пешка защищена. Пешка D4 тоже под защитой. Я готовлюсь сделать... Лишний раз защищу пешку на D4 и готовлюсь сделать короткую рокировку. Попробуем вот так вот сыграть с Михаилом. Ну, Михаил сильный очень шахматист, но его минус заключается в том, ну и, собственно, меня тоже за это часто ругают, что он очень предсказуем, постоянно играет одни и те же дебюты. Например, вот ровно такая позиция встречалась в какой-то другой его партии. И это, конечно, не очень хорошо для профессиональных шахмат. Это помогает соперникам готовиться к тебе. Вот здесь мы уже видим, что пешка так просто не отыгрывается. Как мне стараться развить здесь инициативу? Ну, давайте, вроде бы ход ладья Е1 не может быть плохим. Занимаю линию Е. Что он здесь хочет? Конь С4 сыграть? Это сложно сказать. Давайте сделаю ход H3. Где-то будет грозить ход слон G4. Ну и плюс это форточка. Да, препятствует он появлению моего слона на поле G4. Это вполне естественно. Но теперь я должен думать о том, как мне в этой позиции играть на победу. Есть, кстати, такой план с набегом пешки А4, А5, сгоняя коня. Ну, конь, видимо, просто встанет на поле С4, которое неплохо защищено ладьей. И как мне дальше играть после этого, не совсем ясно. Вот коня бы хорошо перевести куда-нибудь в район поля Е5, но пока не получается, к сожалению. Может, ферзей разменять, пойти ферзь Б5. Ну, то там пешка, скорее всего, проиграется. Сложно сказать, как вот здесь играть. Давайте все-таки А4 я сыграю. Михаил намного быстрее меня играет, у него все еще минута времени. Так, конь сразу идет на c4. Ну что ж. Можно отпустить своего конька. Вроде бы он хочет переставить коня на d6, да? Коня на d6. Может быть, я сыграю конь e4. И потом конь у меня на c5 поскачет. Как вам такой план? Вообще выглядит интересно. Поле d2 контролируется. На d5 пока бить не может. Давайте играем конь e4. Напал на слона. И конь готов у меня занять поле c5. Где он будет атаковать черного ферзя. Ну и плюс слон у нас под ударом. Посмотрим, что Михаил придумает на этот счет. Конь d6 предлагает мне подбить все-таки слона, да? Ну что ж, пешки надежно заблокированы, но могу я взять слона на f6. Ну, может быть, прыгнуть все-таки на c5.
Сложно сказать, как точнее. С другой стороны, черные хотят своим конем перейти где-то на f5 и давить на пешку d4. Это выглядит не очень удачно. Давайте разменяем все-таки. Разменяли. Ну, надо... Не знаю, как теперь бороться. Вот эти сдвоенные пешки, конечно, смотрятся... Давайте сыграем, может быть, ладья c4. Надо за линию c, наверное, бороться, да? За линию c надо бороться. Может быть, поставлю ладью пока на c3 и попытаюсь зацепиться за линию c. Есть, правда, ход конь f5. Так, я хочу за линию c зацепиться. Вот так вот. Линия e пока меня не сильно волнует. Блин, 14 секунд. Очень мало. Давайте менять ладьи. Менять. Ну, здесь я не должен проиграть, мне кажется, в этом эндштейле. Мы играем с добавлением, и это, конечно, спасает меня от жестких цейкнотов. Но вот, видите, черные удачно очень разместили конька на поле d6, где он сильно блокирует мою позицию. И пока не вижу я. Может, на c5 поставлю ферзя. Давайте на c5, теперь конь под связкой, висит пешка. Пешку защитили. Ну, давайте теперь и дальше надвигать пешечки. Блин, не вижу пока, как играть. Надо как-то усилить позицию фигур, может быть. Усилить позицию фигур не очень получается. Так, играю g3, и следующим ходом хочу где-то, может быть, h4. Так, h4... Может, разменять этого конька? Вот здесь, правда, открывается позиция моего короля. Довольно сильно, причем открывается. Но зато черный конь попадает под связку. И это очень важная блокирующая фигура, на мой взгляд. Он блокирует поле d6. Посмотрим. Ну, Михаил... Конечно, времени наварил очень много здесь. Хочу сыграть d6, видимо, в начале где-то. Угу. d6. Так, выскочил. Так, можно с шахами съесть пешку, да? Хорошо. Съел сюда. И готовлюсь к тому, чтобы перекрыться на поле Е2 от шаха. Так. Очень опасно все смотрится. Давайте вернемся ферзем. И пошел пешечкой. Так, 6 секунд. Позиция очень острая. Еще иду пешкой. Пытаюсь растянуть оборону черных. Так, шах, отошел в угол. Надеюсь, что я здесь выиграю несколько. Так, давайте вот сейчас закроемся. Закрылись. Выиграю несколько секунд. И теперь хочу просто дальше двигаю. Отлично, ферзь. Так вот защитился. Пытаемся просто разменять ферзей. Но с двумя ферзями я очень силен. С двумя ферзями я должен быть невероятно силен. И сдается Михаил. Ну что ж, фу, тяжелая партия, очень мощно проведена, конечно, моим соперником.